জীবিত মেসেজ নয় আজিস্তে চিনে পারবে রোকাবসপাম নাশ হোসদা শেখ মুজিবুর রহমানা মিপালু চিলি নিজাবিসে মস্তি আত আকুপাংসে পাকিস্তানা আয়েতা ভাইনে নাম ইজদর পামাগালি তাকগাস নিসোভিস কি সায়ুজ ই ইন্ডিয়া মি নাশ নারদ মি অচিন বালশু ব্রাগাদার নাস্তেও এটা ইসপামিনায়ম ই নাশ নারদ নিকাক দানি জাবুজিত এটা পমশ চেক পর উনাস অচিন চেস নে ই খারসে আত্মাসেনিয়া মিস দু বাংলাদেশ ই রাশি রেজুলতাতে ইজ নাশে ইস্তারানে তো ইস বাংলাদেশ মনোগ ইস্তুজয়ন্তী পাই খালি রাশি উচিত সা ই শাসমি এম এম টি সি চিমি রাশিসকি স্পেশালিস্তি কাতুরে শাস্ত্র আবুতায় উসপেশনার আবুতায় বাংলাদেশে তোম চিসলে আতমনে ইস্তানসিক কাতুরি মি শাস্তি স্ত্রয়েম নাশ নারদ নিস্তের পে নিয়ে মিস দিয়ত কাকদা বুঝি জাপুস আতমনে ইস্তানসি পাতম উস্তা মি সিকদা দুমায় মুস্ত উসলে বাস্তবনে আতমনে ইস্তানসি নাশে ইস্তরানে নি বুঝিত দেফিসেতে ইলেকট্রো এনার্জি ই নাশা ইস্তরানা বুঝিত রাজিবাচ্ছা কাক মি খাচেন Компания «Оргэнергострой» ведет свою деятельность в Народной Республике Бангладеш уже более 4 лет. За это время нами выполнены инженерные изыскания опорные пионерных баз, строительно-монтажных баз номер 1 и номер 2, полностью выполнены строительно-монтажные работы опорной базы изыскателей, пионерной базы, жилого поселка для персонала «Грин Сити», а также ремонт поселка для персонала «Бангла Кутир». В настоящий момент компания «Оргэнергострой» проводит инженерные изыскания под основные здания и сооружения и завершает строительные монтажные работы в первой очереди базы СМБ-1, в которую входит антикоррозийное хозяйство, арматурное хозяйство, необходимое для выполнения производства работ по основным зданиям и сооружениям. Развитие местной промышленности и отсутствие должного количества оборудования и строительных материалов на рынках Народной Республики Бангладеш, нами налажена комплексная поставка из-за рубежа, а также возведены собственные производства сэндвич-панелей, которые сертифицированы по российским стандартам, также запущен в эксплуатацию бетонорастворное хозяйство со строительной лабораторией, где контролируется качество выпускаемой продукции согласно российским стандартам. Строительно-монтажные работы компании «Оргэнергострой» выполняются как с привлечением подрядчиков Народной Республики Бангладеш, так и собственными силами. В настоящий момент более 80% объемов работ мы выполняем собственными силами. То есть наш инженерно-технический персонал, которого привлечено сюда для работ уже более 60 человек, сотрудничает с местными инженерами и рабочими. Наша компания, первая компания, которая развернула производство работ Народной Республики Бангладеш собственными силами, отобрав местный персонал, обучив его следовать качествам российских стандартов. Компания «Оргэнергострой» считает для себя большой честью представлять российское атомное строительство в Бангладеш при строительстве такой нужной атомной станции, которая позволит сократить дефицит электричества в республике.